Всем привет! Новые короткометражки на канале стали выходить очень редко. К сожалению, YouTube не пропускает много действительно страшных короткометражек. Либо из-за нарушения авторских прав, либо из-за высокого потенциала очень сильно напугать зрителя. Но вы ведь как раз это и ищете. Пострашнее. Именно по этой причине я создал страницу на Boosty. Там я могу публиковать абсолютно все короткометражные фильмы со всего мира. Каждый день новые видео. Всех жду на Boosty. Пришли мне фото своего красивого личика. Выглядит странно. Что странного? Твое отражение в зеркале. Оно должно стоять спиной к тебе, верно? Не могли бы вы прислать мне такси до улицы Рауна, 3570, пожалуйста? Спасибо. Да. Ты видела мое сообщение? Нет еще. Ты дома? Да, но уже выхожу. Я не знаю, что происходит, но мне реально страшно. Слушай, ты не выйдешь из квартиры. Почему? У меня нет времени объяснять, но я знаю, что происходит. Оставайся там, где стоишь, и не двигайся. И ни в коем случае не смотри в зеркало. Я выезжаю.